Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день публикуется свежее видео по танкам. Если вы хотите ничего не пропускать, быть в курсе всего, что в игре происходит, ну и слышать анализ всех игровых событий, которые в игре были запущены, хотите в чем-то разобраться, подписывайтесь на канал прямо сейчас, жмите на колокольчик и обязательно выбирайте все уведомления с канала. Еще буду вам безумно благодарен за лайк под данным видео. Для вас это ровным счетом ничего не стоит, а для меня существенный вклад в развитие моей мечты и делает мне безумно приятно. Спасибо большое за все вышеперечисленные действия. В этом коротком видео разберемся с таким игровым событием, как Iron Fest. Что оно собой представляет, кто что может получить, чё как стоит, ну и соответственно, к чему вообще нужны железные кружки и что такое бочки. Первое, что стоит отметить, железные кружки можно получать на данный момент исключительно через игровой магазин. То бишь, это событие предназначено в первую очередь для тех ребят, которые могут задонатить реальные деньги в игру. Событие будет длиться, как вы видите, с 20 сентября по 7 октября. Ну и те наборы, которые сейчас есть в магазине, они будут каждую неделю обновляться. То бишь старые наборы будут уходить и, соответственно, будут появляться новые. Также стоит ожидать новый танк Ли КПЗ-70К. Это легкий танк 9 уровня, коллекционная машина, абсолютно обезбашенная. Я сейчас не шучу, у этого танка башни, как вы видите, действительно нет. И играется он довольно-таки приятно. Спрятали полностью свой корпус, башни нет, выцеливать нечего. Орудие довольно точное, с хорошим временем сведения и вполне себе приемлемым уровнем урона для легкого танка. Но к этому танку вернемся чуть позже. Танк появится в магазине 27 сентября. Купить его можно будет за 9000 железных кружек. Ну и соответственно абсолютно честный обзор на данную тачку вы увидите сразу через минуту-две после того, как машина появится в магазине, потому что обзор на данную машину я сделал уже заблаговременно, и он только лежит и ждет публикации в тот момент, когда машина официально в игру будет введена. Кстати, еще один повод подписаться на канал, потому что на все новые танки я снимаю обзоры заблаговременно. Что еще произойдет 27 числа? 27 числа в игре появятся вот такие вот бочки. Эти бочечки можно будет открывать, ну и соответственно из этих бочек, помимо всяких других вкусняшек, про которые написано вот здесь вот, в виде всякого рода свободного опыта, бустеров, серебра, иксов, можно будет получить немецкий танк от 2 уровня и до 10 уровня включительно, в том числе и новый ЛКПЗ-70К. В отношении того, что сколько стоит и как что можно будет получить. Стоит отметить, что, как я уже сказал, данное игровое событие в первую очередь является событием для тех ребят, которые могут задонатить. Я не буду критиковать в отношении цены того, что сколько стоит, могу сказать следующее. Если вы хотите приобрести себе, допустим, какой-то из наборов за эти железные кружки, а я бы в первую очередь, если бы я имел возможность задонатить в игру, позарился бы вот на вот этот наборчик для того, чтобы приобрести себе железные кружки за 70 баксов по одной простой причине, потому что здесь есть 7 контейнеров мега, 7 контейнеров бомбических, 7 контейнеров немецких, 1 контейнер солидный, из которого стопудово вы получаете какой-то танк, и горячо любимые мною контейнеры огромный сюрприз, из которых получаете либо танк, либо золото, и третьего там абсолютно не дано. Ну и соответственно получаете 1500 вот этих железных кружек. А вот за железные кружки вы уже можете покупать себе любые другие наборы, которые находятся выше. И стоит отметить, что, как сказали разработчики, наборы эти будут меняться каждую неделю. То есть через неделю эти наборы через 6 дней уйдут и появятся новые товары. Поэтому если вдруг что-то конкретное из этого вас не интересует, то лучше не тратьте принципиально эти железные кружки, а приберегите их до обновления магазина. Из тех наборов, которые есть за железные кружки, я бы в первую очередь рассматривал вот этот набор с сертификатами на танки. Здесь вы получаете гарантом 3 машины. Да, понятное дело, что может быть повторение, но в любом случае мистический сертификат, 7
четверка, восьмерка вам обеспечены, а что уж там получите, одним богом варгейминга известно. Что могу сказать еще от себя? Меня радует факт того, что здесь есть наборы не только со всякого рода дребедухой по типу контейнеров, но и просто возможность приобретения чего-то, что включает в себя сразу золото. Допустим, за 16 баксов можно приобрести себе 2500 голды, 7 дней према и взять себе сертификат на европейский танк, что, кстати, тоже неплохо, потому что здесь собраны, в принципе, самые приятные европейские танки, ну, за исключением такой машины, как Шкода Т-45. Вот если она вам выпадет, тогда, я думаю, вам будет безумно грустно, а все остальное действительно стоит вашего внимания. Так или иначе, как я уже сказал, на данный момент данное игровое событие предназначено в первую очередь для тех ребят, которые могут донатить в игру и готовы это делать. При этом всем ходят слухи по поводу того, что не исключается вероятность появления каких-то квестов либо ивентов для игроков, которые задонатить не могут, где наградами будут как раз вот эти железные кружки. Да и плюс к тому, если вы помните, то в одной из рулеток, которые недавно были, у нас была возможность, закрылась, по-моему, рулеточка, получать вот эти значки для прохождения такого игрового события, как атипичность. И вот есть маленькая наколочка о том, что, возможно, разработчики добавят рулетку, в которой среди наград и будут как раз то или иное количество этих железных кружек. Информация не является полностью проверенной и не подтверждалась разработчиками, поэтому если вдруг это не состоится, не бросайтесь, пожалуйста, камнями, я делюсь той информацией, которая у меня есть, и когда я в информации уверен на 100%, я ее гарантирую. Данную инфу гарантировать не могу, но очень надеюсь, что разработчики все-таки это сделают, потому что мне бы очень сильно хотелось приобрести себе какой-нибудь наборчик из магазина за железные кружки, не закидывая реальные деньги, потому что на данный момент я просто не имею на это абсолютно никакой финансовой возможности. Надеюсь, я был вам полезен в этом видео, растолковал полностью все, что касается железных кружек нового танка, ну и, соответственно, бочки, которую мы ожидаем 27 числа. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока!